Слышь, вот сейчас будет анекдот. Если открываю дверь, а там стоит вся из себя такая блондинка с бухты-барахты, да? Никого нет дома. Я ищу Максима Викторовича Шаталина. Мы косметику не заказывали. Я вообще-то Маргарита Матусевич пришла по поводу нового мюзикла. Он дома или нет? Да, он дома. Но мюзикл дрянь. Так что давайте-ка, шлифуйте обратно домой к своему любимому муженьку. Я не замужем. И я тоже, да, я сюда первая пришла. Виктория Владимировна, что здесь происходит? Защищаю то, на что потратила лучшие годы своей жизни. Так, простите, госпожа Матусевич, пожалуйста, проходите. Спасибо. Галя, предсказание-то сбывается, что делать? Ой, пойдем покушаем.